Здорово. Сразу начнем с 5-секундного видео, которое раскрывает всю нашу сущность. Сущность в виде гномика. В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Это именно то, что он хотел сказать. Потому что машинах на заднем плане никого нет. Я, конечно, понимаю, что это не так ебануто, как все остальные такие интервью. Но если вдуматься в его слова, получается, что нас на трезвую голову никто не возит. У них там, наверное, даже плакат висит. Зашел в автопарк? Въеби рюмочку. Ну, теперь понятно, почему по вечерам они на перегонки гоняют. К тому же это нехуёвое развлекалово для бабы, которым дома не сидится. Да они еще ездят по несколько автобусов вместе. Типа, бля, Серег, я один не поеду, меня мамка спалит. Да не слышь, я Санька позову втроем, она нихуя не поймет. Да, если водитель автобусов хуярит водку, то чем же тогда маршруточников заряжают? Ребят, я, кажется, нашел сына президента Чувашии. И он ебашит похлеще своего папаша. Я, конечно, не знаю причины его повышенной подвижности. Может быть, его зарядили тем же, чем и воду, которую отправил 12-летнюю Таню. Но одно я могу точно сказать. Пацан уделал своего батю просто в ебеня. Это особенно видно в этом моменте. Есть здесь еще одна ситуация, когда подходит его друг и пытается ему конкуренцию составить. Но вот нахуя он вообще полез? Уж больно он здоровый и неуклюжий, чтобы уделать проворного пиздюка. Но бля, я не успокоюсь, пока не выясню причины его повышенной активности. Скорее всего, парень чему-то рад. Все, я понял. Просто училка по-русскому сломала руку и отменила диктант. А парень на радостях в пляс спустился. У чувака сегодня пруха, потому что после такого танца за ним теперь все девчонки с 5-го А бегают. Помните оголтелого хомяка, который отмудохал гопников? Так вот, он вернулся, чтобы принести в наш мир еще больше боли и страданий. Смотри, лапы. Ни за что не верьте его испуганному взгляду, потому что через несколько секунд этот сучонок устроит кровавую баню. Нет, ну вы видели, как он ему с вертушки-то переебал? Какой вертушка? Насколько мне известно, кот загремел в психушку после этого происшествия. И повесился в палате, оставив предсмертную записку, который винил во всем хомяка по прозвищу Полевой Потрошитель. Чё за пиздец? Собака кусает бабку за ногу. Мужик спит на чужой кровати. Деда обмотали скотчем. Все это и многое другое в санатории сатаны. Ой, гад! Я его боюсь. Герман, это не ваша кровать, вы хотя бы на полу прилягте, пока. Их сколько хотя бы было? Это что вообще? Что за нахуй творится в этой передаче? Когда я увидел это видео, оно называлось «Санаторий сатаны». И в принципе название хорошо описывает ролик. Потому что все 6 минут, пока шло видео, я сидел и дико охуевал над происходящим. Я даже не знаю, с чего тут начать и чем закончить. Там должны быть 3 девчонки. Она моя. Так тебе одна нужна или 3? Одна. Так а что, до завтра не мог подождать? Ну, не могу. Почему? Ну, не знаю, как-то, ну, знаешь, я ее как-то дней 10 не видел. Как-то мы с ней поссорились. И вот, ну, чтоб помириться. Серега, давай слезай. Короче, мужики, берем заметку. Если поссорился с бабой, лезь по пожарной лестнице к ее окну. И барабань по подоконнику, пока не простит. Потому что, судя по следующему моменту, серенады нихуя не помогают. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Ты думаешь, я тебя так и слышу? Так нет. Заметили, с каким выражением мужик вверх смотрел? Че это ваш сожитель все у вашей матери-то ворует? Потому что я люблю. Сильно? Очень. Очень. Но не мог я это слово не повторить. Эта тетка, наверное, главный персонаж во всей передаче. На ней все шоу держится. Хотя нет! Нет! Все шоу вытаскивает вот эта тетя. А лучше было бы, если все сгорело. Нет. Мне кажется, окни надо укладывались. Мантиры, мантиры, блядь, зарвался нахуй. Блядь! Вот эта фраза, наверное, самая эпичная из тех, что я слышал. Мантиры, мантиры, блядь, зарвался нахуй. Какой там телевизор был, что она после взрыва, как в мультиках, вся почернела? Да она атомную бомбу, наверное, там монтировала. Но больше не будете ремонтировать? Буду! Буду!
и буду показывать, что он не будет показывать козел, блядь. В общем, советую посмотреть все видео целиком, так как этот пиздец стоит просмотра. Но знаете, какой пиздец стоит еще большего просмотра? Ваши смешные и интересные вопросы в комментариях, которые мы зададим людям на улицах. Это был Плюс 100-500, меня зовут Максим, пока. Меня поняли?